Всем доброго времени суток, всем здравствуйте. Вы на канале «Потянула в деревню все с нуля». Приехали с утра в деревню, пошли гулять. Сейчас дом затопили, печку, уголька подбросили, пошли гулять. У нас сейчас сегодня что-то пасмурно, что-то запыхало, Сэмка тянет, как сумасшедший. Бегать надо, он здесь вообще нервный какой-то. Вот. Муж уехал по делам, а мы пошли маленько прогуляться. Вчера такой день солнечный был хороший. Прям все текло, все таяло. Плюс 8. А сегодня прям черный день, пасмурный. Вот. Думаю, хоть маленько пойти пройтись, а потом уже так дома сейчас натопится, а то постель все холодная, даже на диван не сядешь. Плохо, конечно, когда вот так вот то топится дом, то не топится. Вот. Печка не успевает прогреваться. Ну ничего. Вот. Снега у нас много. Но тут овчарка живет. Большой пес. Кобелина. Ой. Снег проваливается. Так, интересно, пройдем мы, Сэмка, с тобой, нет? Пойдем? Нет? Так, дай-ка я тебя, наверное, отпущу. Иди сюда. Сэм, иди ко мне, подойди. Ко мне подойди. Сидеть. Сидеть. Вон он. Громадин. Дурак ты, он тебя сожрет. Там кобель в 3 раза больше, чем ты. Сидеть. Не жди. Сел. Сидеть. Сейчас отстегну его. Так, прямо. Вот кобель, кстати, Игоря укусил. Он такой, вроде, типа, ну, овчарка. Он здоровый такой вообще. Он метра, наверное, 1.5 только в длину. Громадина вообще. Очень крупная собака. Да ладно, ладно, не ори. Орешь. Так, я с тобой не знаю, Сэмка, мы с тобой далеко уйдем, нет ли? Ой, день сегодня, видите, вон. С поволокой, то ли у нас опять смог от шахты, от заводов, то ли просто день такой пасмурный. Так, ты куда пошел? Ты куда пошел? Ну-ка туда. Деловой, спасу нет. По своей дорожке идем. Понесся. Ну, тут на снегоходе ездил. Игорь катался. Вчера день так быстро прошел. Пятница. Я до 3 работаю. Быстро прошел. Что-то пока убралась, пока покушать сготовила. И все уже. Вот. Ой, фу, блин, тяжело идти. Снег-то такой. Да валенки еще здоровые. Размер, наверное, 45-й. Ну, может, не 45-й. Может, 42-й. У меня 36-й. Баласкаются. Вот. Так что вот так вот. Хотела по деревне с вами пройтись. Прогуляться, показать. Но чую, что не пройду, потому что... Ого! Этот, как сумасшедший, рвет во все стороны. Опять всех собак попереполошим. Все перемело у нас там вообще. До туалета еще не откапывались. Дорога. Да ладно, ты не ори. Забыл, кстати, как собаку зовут. Пошли, пошли давай. Пойдем маленько, хоть понасышься. Ой. Вот то, что сегодня будем у нас такой день. Ничем заниматься, ничего с собой не брала. Будем отдыхать. Сейчас дом натопим, печку. Да будем отдыхать. А этому лишь бы побегать. Чё? Ты меня поторапливаешь, да? Медленно хожу. Медленно. А это заяц был. Правильно, ты зайца нашел. Следы зайца. Все, зайка, да, Сэм? Зайка?
Ходил, да, зайка. Нюхай, нюхай. Бегают. В этом году муж охотник. Я говорю, столько денег потратили, лицензии, все же это покупали. На охоту практически не ходили, потому что зима была и теплая, и снежная. То снег, то тепло, то ветер. И все, короче, они даже не ходили никуда, ни на какую неохоту, ничего. Все. Дома просидели, даже ружье ни разу, говорит, не доставал. Вот. Такая зима. Ну, вроде, как говорят, что-то лето обещают хорошее. Ну, не знаю. Посмотрим, что будет. Вот. Кого там опять внюхал? Плохо, что день такой пасмурный. Видите, смог какой. Чем дышим вообще? Непонятно. Чьи-то следы вошкаются. Что, буран опять будет? Или кто-то там ходил? Кто-то ходил там, да? Что там, трухля какая-то? Тушка сдохла или кто, мышь? Они обычно вот нагнилое вот так вот делают. Маленький был, нашел какую-то, не знаю, кто-то выбросил или кто-то сдох. Какая-то, короче, тухлятина. Как давай мне вот так вот валяться, весь поизвалялся. Господи, я его неделю отмывала. Ты кого там вошкаешься-то? Буран будет или кто-то там пометил что-то? Видите, что делает? К бурану так бывает, вошкается. Ну что, пойдем? Пошли давай, пойдем. Пойдем. Погуляем. Ну, может, потом Андрей придет. С Андреем сходим по деревне. Вас провозьму с собой, погуляем. Потому что одна с ним он рвет очень сильно. Там мы как-то, ну, на прошлых выходных пошли. Он меня 3 раза уронил. Получилось так, что так-то он на строгом ошейнике гуляет. А пошли, ошейник перевернуло. А тянет, там сила-то недюжая. Вот, 3 раза меня уронил. Засранец. Вот. Так что вот так вот. Ой. Что-то сегодня маленько расстроилась с утра, там новости не очень хорошие рассказали, поэтому какая-то я сегодня никакая. Ой, господи. Ну что, пойдем? Иди давай, что стоишь? Пойдем давай. Рассады понасадила. Скорее бы уже потеплало, да? Высаживать все уже, руки чешутся. Вот. Все всходит, все, слава богу, вчера. Единственное, что гехеру не посадила. Что-то не нашла таблеток, нет, их не было, торфяных. А что-то в землю, я не знаю. Ну, может, в землю посадить ее. Потому что в прошлый раз садила в торфяные таблетки, у меня не получилось. Не знаю. Ой. Ладненько, наверное, давайте будем прощаться. Давайте, пока-пока. Видите, смог какой. Такая прогулка у нас сегодня с вами. Давайте, всего хорошего. Всем пока-пока.